Всем привет! Смотрите, что у нас на улице. Вообще-то, как будто бы вечер, а сейчас день. Но это не пасмурно. Давайте выйдем, посмотрим на улицу, что там происходит. Смотрите, что у нас происходит. Пасмурно, но это не пасмурно. На улице все в дыму. Как вы видите, вот наше солнце. На него можно спокойно смотреть без очков. Это вот так затянул дым. Даже на улице ощущается, как будто бы прохладно. Сегодня ночью, что самое интересное было, у нас было открыто окно. Вот. И весь подоконник, такое ощущение, как будто, знаете, как зола от костра. Мелкая-мелкая такая, засыпанная. Вот. Как-то вот так вот это все не очень перспективно выглядит. Но, как говорят, Калифорния в пожарах очень большая территория. Если посмотреть карту пожаров, то как раз вокруг нас горит со всех сторон. И вот Сан-Хосе на данный момент выглядит именно вот так. Сейчас единственное, что вот как бы в воздухе вот не ощущается вот этой вот дыма, точнее, гари. А на днях недавно прям даже на запах ощущалось, и прям в воздухе вот это вот дым, гарь была. Сейчас вроде нет, но при этом вот как-то вот такая дымка. И непонятно, что будет дальше. Следим. Слышите, птицы кричат, как ненормальные, я такого еще не слышал. Посмотрите, на сухом дереве их сидит много. Они шумят, кричат. Может быть, это предвестник чего-то, потому что видите, как все задымлено. В Оклахоме все горит, в Огайо фуры ветер переворачивает на трассе. Что-то как-то сегодня новости одни лучше других. Посмотрим, что будет дальше. В общем, все у нас желтое, дымка непонятная. Горит, видимо, от нас все-таки далековато. Я не знаю, сколько там миль, 50-100. Но небо и как-то все воспринимается каким-то желтым, осенним. Как будто сейчас 8 вечера. Как-то так. Непонятно, то ли климат меняется, то ли что происходит. Но как-то это все дело немножко настораживает. Самое главное, что внизу здесь у нас дыма нет. А вот небо все затянуто. В общем, будем рассказывать, показывать, что у нас происходит. Пока что все. Пока.